комфортные условия в подарок за неравнодушие. В поселке Красная Глинка дома тех, кто активно ходит на выборы, приводят в порядок. В прошлом году на избирательные участки явились более половины жителей улицы Пятый квартал. Подстегивает, сейчас прям даже мы поем. Мы поем от того, что нам сделают, даже без капитального ремонта нам отремонтируют дома. Как же это не радостно? Радостно. И все довольны, все-таки это трудоемкая работа. И надо обязательно голосовать. Видите, какая? А может, мы еще в какую-нибудь программу попадем? Все, может быть. В первом и втором домах по улице Пятый квартал вскоре поменяют окна в подъездах. А вот в домах номер 3 и 4 работы уже начались. Здесь заделывают межпанельные швы. Через пространство между плитами в квартиру может попасть дождевая вода. Да и тепло в доме сохранится ненадолго. Создавать уют внутри начинают снаружи. Сначала межпанельные швы заделывают монтажной пеной, а потом покрывают специальным раствором, который и защитит квартиры жителей от дождя и холода. Дома в поселке Красная Глинка стоят в плане на капитальный ремонт только на 2023-2024 годы. Обновлять здесь будут лишь кровли. Своими силами на любые другие работы жильцы средства собрать не могут. Проводить отдельные виды ремонта в домах, жители которых активно участвовали в выборах, в прошлом году предложили представители управляющих компаний региона. В этом году в Самаре планируют обновить более 200 домов, 9 из них в Красноглинском районе. Попал и Прибрежный, вот попала Красная Глинка. ТСЖ «Пятый квартал», мехзавод, крутые ключи попали, два дома, ремонт отмосток, укрепление грунта вокруг дома. В поселке говорят, достойное вознаграждение за хорошую явку – повод активнее участвовать в жизни города. После того, вот как объясняем, что вот на самом деле домам выделили даже деньги после выборов, то есть народ уже начинает даже узнавать, а как, а что, как это все будет отслеживаться. Выборы в районные советы депутатов пройдут в Самаре 13 сентября. Поощрять активную гражданскую позицию жителей продолжат и далее. Список домов, где проведут внеплановый ремонт, может пополниться новыми адресами. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, «События».